случайно зашла в зал. Интересные древние иконы. Ближе. Всем уже устала. Галерея Аполлона, я читаю галереи Наполеона. Вроде в этой галерее Аполлона должны быть драгоценные камни. Вот такой совершенно безумный потолок. Понимать, где мы вот за. Совершенно потрясающая галерея. Будете рядом, не проходите мимо. Вот это вот я искала. Зачетная шапочка. Вторая, кажется, скромненькая. Не видно. О! Вот еще какая. ₽2490 бриллианта и 65 этих зеленых. Это вот та, которую никак невозможно разглядеть. Это вот древнегреческая вазочка. В нее, наверное, наливали вино. ₽675. Здравствуйте.
ваза с дыркой. Вон балдежный челдобон. О, это тетка, видимо. Это бронзовый век. А нет, бронза. Какие клады. Видно, как на Парижем плывут безумные тучи. Пусть они уплывают.